Ну вот, и в английских клубах тоже у нас, видите, показывают чемпионат мира по футболу. Не сказала бы я, что много людей здесь, как вы видите, болельщиков. Ну, вообще-то, Moscow. Thank you very much. And it's Poland. Ага. Poland и Сингапур. Польша и Сингапур, так я поняла, сказали мне, играют. Ну, я к своему стыду, конечно, не смотрю ничего такого подобного. Вообще, это пап такой вот. Пап очень даже опять прекрасный, красивый. Опять у него какой-то специфический интерьер. Вот, посмотрите, как красиво. А вот этот камин, вот с такими вот креслами вокруг, вы видите? И вот с такой вот лодкой. А может быть, вы помните, там, где мы пили какао когда-то? Шикарная, был точно такой же камин, потому что это паб того же хозяина, друзья. И, в общем, даже где-то дизайн перекликается, наверное. Но он такой немножко более современный, конечно, но тоже очень симпатичный. Вот так выглядит стойка бара, как обычно. Вот там, видите, тот угол телевизора, который я вам показала. И вы только посмотрите, какой здесь консерваторий, друзья. Это я зашла вот в другой отсек этого паба опять. И посмотрите, какой великолепный консерваторий с открытой крышей. Как красиво, друзья. И все это открыто, и все это 5 часов уже, и посмотрите, никого. Я удивляюсь, как они еще здесь существуют и не прогорают, потому что, представляете, вот все это содержать, все это держать. И потом оказывается, вот тут даже сервировочка, посмотрите, как красиво. Вот выход на улицу. Вот такая территория. На улице можно сидеть под открытым небом. Ну, она такая, конечно, немножко закрытая, видите. Но все равно, мне кажется, очень красиво. Видите, как здорово. Вот еще маленькая стоечка бара здесь. Это именно вот к этой территории, вот к этому вот огромному открытому залу, открытому пространству. И дальше вот еще одна, смотрите-ка. Дальше вот еще одна территория private. Боже, какая прелесть. Посмотрите, сколько здесь места. И опять вам, пожалуйста, шикарное французское рококо зеркало. Ну, не супер ли? Да? Вот эти поленницы дров. И вот этот красивый камин здесь. Мне очень нравится, друзья. А это ресепшн, видите? И вот туда вот наверх. Там у нас номера. Можно снять, потому что это инн. Паб инн. Как уже я вам объясняла, если ин, значит, можно снять комнату, ночевку. А здесь опять посмотрите-ка вы на вот это ж зеркало. Я не знаю, может быть, конечно, кого-то не впечатляет, а я просто в восторге. Вот от таких вот великолепных зеркал в интерьере. Боже, как красиво. А вот здесь опять старинные акварели. Вот эта вот стенка украшена тоже. Это вот, знаете, именно вот такой стиль, который очень часто встречается вот в Англии, в английских пабах и даже иногда в таких больших домах викторианских. Вот такой вот стиль встречается. Вот здесь, видите, лестница.
И это картины. Вот. Люстра такая. Неплохая, по-моему, люстра. Не скажу, что шикарная, но ничего. Здесь вот еще, вот видите, над опять лестница, и над лестницей опять вот такая вот, такое оформление стены. Вот видите, довольно популярно тоже у них. И опять это грандиозное зеркало. Красота, друзья. Ну и вот я на самый верх поднялась. Здесь вот так это все смотрится, друзья. Вполне пристойно. Но вы знаете, полы скрипят. Если вам слышно, как я иду, все скрипучее. И всего лишь навсего здесь 4 номера. Вот 2 здесь, справа и слева. Видите, вот. Вот это номера. И с той стороны 2. Ну вот, как-то так, друзья, показала вам вот ин, что из себя представляет ин, паб ин, который с пабом внизу и с номерами наверху. Вот при выходе, друзья, вот стоит такое, по-моему, это бюро старинное, так, или под старину, наверное, скорее всего. И здесь вот книга отзывов. Довольно-таки все тоже как-то так, знаете, скромненько и со вкусом называется. И вот вам книга отзывов. И с рисунками, с отзывами. The best. И все остальное. Вот так, друзья. Ну и вот напоследок я вернулась к тому, с чего я начала. Это... Вау! Еще и гол забили. Полюбуйтесь. Я только пришла. Забили гол. Кто кому забил гол, я не в курсе. Я вообще это не смотрю. Но как-то классно, что я именно успела к голу. Ну вот, друзья, я вам показала все, что я хотела в этом пабе. Вот здесь даже есть такое замечательное старинное пианино тоже. Или клавесин, или как... Вот, вот кому-то нравятся вот такие вот обои, я не знаю, обычные, по-моему, вполне. Ну вот, такой последний взгляд. Мы с вами увидели даже гол, вот он еще раз на повторе. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго, увидимся, пока-пока. ПС, 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 как говорится. Забыла показать вам еще одну комнату. Вот она, посмотрите. Это chatting room называется. И за моей спиной как раз и chatting происходит. Женщины разговаривают. Снимать я их не буду. Ну вот я вам просто показала еще один. Так. Еще один зал. Вот этого красивого паба. Ну и все, теперь уж точно пока.